все, что я делаю, проекты вот, в галерее «Цех», с Сашей мы делаем. Меня не интересует, что вообще. Да, мне важно, я не буду делать порнографию, я не буду делать, не буду клоуном политические какие-то проблемы. Ну, то есть спекулировать на этом, вот, на каких-то низких вещах. Мне важно, как делать. А вот здесь уже никаких спекуляций быть не может, в принципе. Потому что там что понятно, можешь там все что угодно. Только этим и брать. Поэтому много хамов, клоунов в искусстве и прочее, прочее, но вот этих спекуляциях. А здесь уже надо решение. Ну, естественно, как делать. И любую тему взял. Мне все равно, что делать, в принципе. Ну, просто тут я вспомнил батю. Ну, и посвятил ему. Мы с тобой говорили. Его уже нет. Вот. Просто я его вспомнил. Вспомнил эту романтику, вспомнил эти ощущения, эту легкость. Но здесь меня еще интересует, в этом проекте, она, ну, это всегда конфликт, это тема, ну, мужчина-женщина. В этом очень много экспрессии, много секса, много такой взрослости и опыта, да? То, к чему обычно апеллируют состоявшиеся мужчины, как правило. Данный проект я відчуваю як таку призму дуже глибокого занурення в стосунки чоловіка і жінки і глибокого перетворення цих стосунків, які смисли і сенси. У мене байкерське настроєння зараз. Я слышу рев. Я чувствую, как ревет это существо. Ну, значит, все состоялось. Хочу подчеркнуть, что словаки поддерживают не только своих художников, словацкое искусство, но тоже украинских художников, потому что именно в это время как раз для Украины очень важно, чтобы украинцы поняли все художественные тенденции, которые в Украине. И мы тоже понимаем, что без культурного обмена невозможно делать современную политику. Новое ощущение увидеть себя в новом пространстве. Мне кажется, для художника это очень важно. И я думаю, что мы получим такие новые импульсы, какую-то новую энергию благодаря вот этой совместной работе. Поэтому, Саша, я не представляю даже другого решения. Вот, и я очень рада, что это событие у меня. Для меня это новое ощущение, поэтому я этому искренне рада. Enjoy Slovak Wine, enjoy Gallery Art 14 і мистецтво від галереї «Цех». Дякую вам.